Дагестан по праву принято считать родиной борцов. Республику прославляли спортсмены, которые не раз одерживали яркие победы на спортивных аренах России и Европы, демонстрируя силу и мастерство. Однако спорт хорош разнообразием видов, многие из которых республики не развиты. Одним из них является фехтование. О том, как в Дагестане пытаются возродить этот вид спорта, расскажет Зумруд Гамидова. В детстве каждый из нас играл в Зора или мечтал победить десятки врагов в одиночку. Теперь мушкетеры живут не только в книгах. В Цкотсовирте открылась единственная в республике школа по фехтованию, где обучают азам этого вида спорта. Еще в середине прошлого века фехтование пользовалось среди дагестанцев огромной популярностью. Успехи в вольной борьбе тогда только стали проявляться, а фехтовальщик Владимир Назлымов к тому времени уже стал победителем Олимпийских игр. Фехтование со шпагами интересно многим, но в особенности детям и подросткам. Данный вид спорта нашел своих почитателей среди юных дагестанцев. Это очень красивый, эмоциональный вид спорта. Когда выигрываешь, хочется кричать, прыгать, а когда проигрываешь, обидно бывает. Это легкий вид спорта. И отличие от футбола, я не смогу что-нибудь выиграть, что-нибудь занять. Несколько тренеров и минимальная материально-техническая база позволили возродить этот вид состязания в Дагестане. Это изящный и благородный спорт, которым с удовольствием занимаются и девочки. Дети этим занялись. В основном у нас девочки. Почему, кстати, именно девочки? Потому что у нас регион такой. Это у нас кто борется, кто дерется, борцы, ударники, единоборства. А вот фехтование девочкам нет у нас, чтобы заняться такого вида. Перед началом поединка вся экипировка проверяется. Спортсмен должен безупречно обладать холодным оружием, а их действия должны укладываться в логику дуэли. Сейчас воротник, повернусь. История фехтования в Дагестане берет свой отсчет с конца 30-х годов, вспоминает заслуженный мастер спорта по фехтованию Амирбек Богатов. На 70-е годы пришелся спад фехтования. Главной причиной стала низкая заработная плата тренеров. Сегодня у нас занимается фехтованием более 70 человек в четырех группах. Тренировки проходят два раза в день. Сегодня в республике при поддержке регионального министерства спорта созданы все условия для занятий фехтованием. А тренеры готовят юных фехтовальщиков к первенствам Дагестана. Фехтование, он является аристократическим видом спорта. Поэтому это очень красивый вид спорта. И мне кажется, его надо понять, почувствовать этот вид спорта. И те ребята, которые вот пришли, они обычно редко уходят от нас, они остаются в основном. И все-таки фехтование – взрослый вид спорта, и действительно серьезных результатов спортсмен сможет достичь не ранее 18-летнего возраста. Ну а тренеры республиканской школы фехтования намерены возродить былую славу дагестанских мушкетеров. Зумруд Гамидова, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт.